Приветствую, друзья! Крышки на камеру мобильного телефона с AliExpress. Средняя цена 70 центов. Не секрет, что через камеры мобильного телефона, планшетника, ноутбука спецслужбы могут подглядывать. Зачем им облегчать задачу? При помощи нехитрого устройства можно элегантно закрыть камеру. Маникюрные ножницы рулят в обзорах. На заглушке двухсторонний скотч отрываем его и монтируем. В открытом состоянии прицеливаемся на камеру. При помощи этого нехитрого устройства мы закрываем камеру. При этом камера своего предназначения не теряет. Отодвигаем в сторону в случае необходимости и снимаем. Закончили съемку, задвинули обратно. Кстати, мы даже переплюнули Цукерберга, главу Фейсбука. Он свою камеру скотчем заклеивает, а у нас все красиво. Тем более, что для заказа есть варианты черные или белые, с прямоугольными углами или закругленными. При необходимости легко снимается. Надо на нее слегка подышать своим дыханием, чтобы разогреть. Подцепляем, и она легко отходит. И никаких следов не остается. Все гениально просто. При помощи недорогого простого устройства повышаем свою конфиденциальность и конкретно обламываем спецслужбы. Где найти эту заглушку для камеры мобильного телефона на AliExpress? Ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.